Куда ты сейчас? Царю Полидекту. Я должен отнести ему голову медузы. Договор у вас был? Письменный или устный? Я обещал ему. А-а-а, значит, на словах. А ты знаешь, зачем Полидекту нужна голова медузы? Нет. Так знай. Даже мертвая голова медузы сохраняет свою ужасную силу. Еще только один раз. Но она способна обратить в камень все, что попадется ей на глаза. Зачем же отдавать такое грозное оружие в руки какому-то Полидекту? Воспользуюсь этим сам. На что это мне? Как на что? Страх перед взглядом медузы будет опорой твоей власти. Я готов оповестить всех. Если вам дорога жизнь, признайте Персея своим победителем, или он обратит вас в камень. Вся вселенная будет у твоих ног. Тебе нужно это? Открою тайну. Я хочу выйти в главные боги. Ты покроешь всю землю храмами и святилищами в мою честь. И там, на Олимпе, кое-кому придется потесниться. Одним словом, я помогу тебе, ты мне. По рукам? Что это за страна под нами? Кажется, Эфиопия. Почему ты мне не отвечаешь? Для тебя это прямая выгода. Что это там? Я хочу посмотреть. Что там смотреть? В твоих руках твое будущее, судьба всего мира.